Хьюи-пяви, корешочки мои драгоценные. Итак, вечерочек, решил прогуляться буквально за своим деревенским домом за грибочками. Давайте посмотрим, что у нас от этого получится. Итак, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже шесть. Снимать буду быстро, потому что камеры мало. Вот у нас и белички. Но они, друзья, уже перестоены. Но это перестоены, это я так называю, те, которые утеряны, к сожалению. Нет, такие мы не берем. Так, смотрим, вон беляк. Сейчас идем, пойдем его посмотрим. Там вдали я вижу белячочек. О, какой красавчик, да, друзья. О, ну он тоже. Все, к сожалению, утрачен для нас, как этот, как он называется, пищевой, короче. Ой, какой малыш стоит, вон один. Вот, друзья, вот он, красавелла. Возьмем он второй, он третий, это визира, что ли? Давайте большой посмотрим тоже. Уже вечер, скоро темнеть будет. Надо бы до дома успеть. О, какой! Нет. Так, тут что у нас? О, сырышка, вон еще белый. В лес далеко, конечно, не хочется ходить. О, какой, друзья, смотрите. Ой. Возьмем, такой он интересный. Так, чего у нас тут, а? Это у нас кто? О, какой. Ну, ему, друзья, хана. Да. Я и так небрежно с ним обращался, потому что уже было и видно, что до свидания, как говорится. Маленьких, вот прям совсем маленьких нету. Итак, друзья, ну что ж, настало время рассказать вам о моей вещи, которая у меня есть. Вещь классная, пользуюсь я ей более полугода. Вот, и смотрите, это, короче, у нас вот такая вот углошлифовальная машинка от фирмы Denzel. Вот, она в такой коробке, ну, коробку я сохранил. Аккумулятор пока на зарядке, аккумулятор у меня один, к сожалению, пока я этой техникой не обзавелся в должной, как бы, степени. Вот, и поэтому вот, вот такая вот у нас углошлифовальная машина. Итак, друзья, углошлифовальная машина Denzel BLG IB18, разработана под диски 125 мм. Вот, собственно говоря, фирменные диски вот такие вот есть, тоже различные. Имеется в углошлифовальной машинке блокировка шпинделя, вот кнопка раз, ну то есть, чтобы было удобно закреплять или сменять расходники. И, друзья, у нас есть бесключевая фиксация для смены защитного кожуха. Вот, раз, отгибаем и, пожалуйста, двигаем, переставляем, как нам удобно работать, так и работаем.
Лучшая система вентиляции, что сохраняет нас, защищает наш двигатель от попадания пыли, вот как, например, сейчас вот древесный, что увеличивает срок службы данного двигателя. Помимо основной, у шлифмашины есть боковая рукоятка. Она крепится у нас в трех вариантах: слева, в центре и справа. Она прорезинена, очень удобная. Но я ее использую мало, потому что не пользуюсь такими работами. Вот. Я делаю у себя в деревенском доме, строю беседку. Беседка будет с мангалом. Так как мы живем в деревне, и материала здесь купить негде, как в городе, да, пошел в магазин и купил. Его надо добывать на старых заброшках. Вот, для этого у меня есть аккумуляторная болгарка Denzel. Сейчас это УШМ, углошлифовальная машина. Сейчас мы пойдем в заброшку и вроде как, здесь были трубки, которые мне нужны для постройки. Мне нужны трубки небольшие. Так, вон одна есть. Так. Ну ладно, что-то никаких надписей нет. Так. Пойду искать, найду и начнем. Так, вот смотрите, одна труба у нас уже есть, но она очень толстостенная. Не знаю, смогу ли я ее отпилить, ее не вытащить. Вот, буду пилить под корень как возможно. И она нам пригодится. Отрезок трубы, будем его углошлифовальной машинкой Denzel с такими вот дисками. Смотрите, я взял с собой еще один. Диски тоже хорошего качества. Вот, смотрите, вот такими дисками будем резать. Погнали. Ну вот, друзья, как вы видите, вот такой толщины металл. Я, конечно, проявил смекалку, немного его подломал, чтобы не тратить болгарку, потому что мне еще сейчас пилить. Вот, собственно говоря, вот такая вот штука. Знаете, для чего она? Сейчас объясню. Здесь будут устанавливаться над мангалом такие отсеки, да, допустим, под сковородку, под казан, в общем, потом увидите. Итак, друзья, этого нам вполне хватит. Углошлифовальная машинка Denzel справилась. Диски хорошо справляются с работой, режут металл. Вот, я уже этим диском много чего отрезал. Вот он старый стоит. Кстати, он шел в комплекте с машинкой. Вот. И все. Так что, друзья, ссылочка в описании. Denzel, Феофан советует. Вот у нас, а так бы, как я сюда? Что я сюда? Станцию бы тащил или что? Купить я такого не могу в деревне. Там здесь раз, обрезал и все, довольный. Итак, друзья, болгарка доказала свою профпригодность. Если вы хотите иметь в своем арсенале мощные и надежные инструменты, то переходите по ссылочке в описании и покупайте нужные в хозяйстве вещи, которые вам советует Феофан. Итак, друзья, гарантия на данное устройство 3 года. Где я вижу использование данного устройства?
Можно его использовать где-то в лесу, там, где нет доступа к электричеству, да и, допустим, в деревнях. Вот я сейчас живу в деревне, у меня здесь иногда выключают, не иногда, а достаточно часто выключают электроэнергию. Но работа-то не ждет, понимаете, и поэтому нам надо использовать в работе данное оборудование. А то, что мы не зависим от подачи электроэнергии, у нас есть аккумуляторные батареи, мы можем быть независимыми и работать сколько нам надо и как мы хотим. У нас есть, собственно говоря, зарядная станция. Вот фирма Denzel, все тут правильно, все тут показано, как делать, не ошибешься. И вот такая батарея на 18 вольт на 4000 мАч. То есть вот так вот это делается все. Значит, как говорится, маем, шумаем. Вон, друзья, у нас красавец стоит. Пусть не белый, пусть красноголовик. Так. Берем. А там он что? Неужели белый такой большой? А вдруг он хороший? Я как бы, ну... Не теряю надежды. Повесим белочки. А вот, друзья, там вот вдали, кажется, я вижу уже как минимум два белых. Как минимум два. Ой, три. Классно, здорово. Вот это классно. Даже четыре. Может быть и больше, просто я пока что вижу только это. Смотрите, раз, два, три. Вот, четыре, друзья. Класс. О, рябчики. А вот, друзья, смотрите. Вот этот вот красавчик вообще. И вон там вот рябчики у нас. На, прийти тут сюда за рябчиками. О, вон белый. Утерян. Ну, эти я даже трогать не буду, пусть стоят. Вот это только возьму. Друзья, смотрите, впереди он маленький, классный. Вон. И вон слева белый тоже. И слева белый. И справа белый. Ну все, им уже все. И вон маленький, друзья, смотрите, раз, два. Вон, три. Вон, смотрите, какие красавцы. О, бочонки. О. О, бочонки. О. О, друзья. Ладно, рябчиков. Смотрите, друзья, слушайте. Еще один какой беляк, друзья. Вот это вообще шикарный. Идем далее. Это у нас что? Белячок раз. Белячок два. Белячок 3, смотрите какой. Может еще где? Я проворонил. Вот еще один он. Шибко мягкий, друзья, будем проверять. Все, хана ему. Так, где-то еще тут были. О! А вот еще белячочки. Опа!
Я прям так их буду брать. Проверять даже не буду. Но это все, этому все. Этому понятно. Хана. Итак, друзья, беляша нашел. Берем вот такой. Идем дальше. Большой красноголовичек. Ой. Ой, съеденный, друзья. Ой. Не наш вариант. На это, друзья, просто подарочек у нас. Вот такой. Вот еще у нас белячок, друзья. Какой классный, берем с собой. Я их не проверяю, уже говорил. Почему? 5 минут осталось съемки на камере. Сейчас зайдем еще в одно место и уже подведем итоги. А это у нас тоже красавелла. Смотрите. Туда его. А это, друзья, у нас тут спрятался беляк. Тут, конечно, беляков мало. Не как вот в моих козырных местах. Но все-таки они такие. И волнушки, вот мне сказали брать. Мы их и берем. Здорово, беляк. Смотрите, друзья, какой красавчик. О, туда его. А вон красноголовик тут же, не отходя от кассы. Блин, я не знал, что я целую наберу. О, а тут что, белый грусть? О, ничего себе, друзья, белый грусть. Есть тихая грусть, а есть белая грусть. А вон еще белая грусть. О, сейчас привезу, хапуженька обалдеет. Так, ну ладно, ладно. Вот это мне свезло. Смотрите, какой красавец. Идем далее. Я уже сбился со счета. Берем. Так, сколько там? 3 минуты. Друзья, вот уже слышен бой собак. Смотрите, я зашел на свое беломошье, которое за моим домом. Белогрибие, ё-моё. Вот тут два. Пожалуйста, уже стареньких. Вон впереди еще один. Впереди еще один. Смотрите, какой. Сейчас мы его посмотрим, что дальше. Вот там, друзья, дрюня у меня лает. А здесь вот я дербаню белые прекрасные грибочки. Вот это житуха. Вот это житуха. Ну это вообще топ, друзья. Ой, гнилой, гнилой. И это тоже. Друзья, жалко. Так красиво стояли. Эх. Ну вот это вот нас вообще порадовал, красавец. Смотрите. Идем далее. Какой, я даже не успеваю включить. О, друзья, смотрите, кто у нас тут. Вот какой. Ну и этот, конечно же, тоже в зачет. Вот такое, друзья. Видали? Видали. И вон там еще 2 белых. А корзина уже полная. Не, друзья, ну я с ними не могу. Смотрите, какой красавчик. И тут вон. Пипец, корзины не хватает. Друзья, их просто море. Я их просто вон собираю, как я не знаю. У меня уже некуда. Наверное, я оставлю. Может, кто пойдет, другой соберет. Посмотрите, какие они. Блин, пакет бы был. Они такие плотные. Я бы их в пакет. О, полные руки. Это лэп какой-то тут задумал у меня. Ну что ж, дорогие друзья, я даже
Не ожидал. Короче, рассказываю быстренько историю. Мы ездили с грибов, и тут можно вокруг ехать, а можно по лэпу пройти пешком. И меня жена высадила, я ее попросил, говорю, дай пройду пешком, посмотрю, вдруг есть грибы. Смотрите, друзья. Вот они. Так что грибочек. Так что грибочки. Я уже, друзья, вас грибочками называю. Так что, дорогие друзья, не ставьте лайки, не подписывайтесь. Здоровья вам в ручки, в ножки и туда, трошки. Ходите за грибами. Чернички тут он малому набрал. Я просто слышу даже отсюда, как кричат мои дети вон там во дворе. Ну, так уж получилось, что у меня двор на краю леса. Я вот пешком, как раньше, как малой, пробежался. Не на машинах, не на вездеходах, а именно так. Только так поймешь, кайф настоящий. Именно в грибном сборе. Вот такие камни, вот такие грибы.